Я просто один спрашиваю. Да. В один вопрос, два вопроса. Давай. Отношение к Петру Николаевичу Мамонову и к юродству как таковому. Мне очень нравится Петр Николаевич Мамонов. Я еще очень-очень давно играла как-то складывается с музыкантами, которые с ним играли, с Игорем Жигуновым, очень давно, который басистом был большой. Потом с Михаилом Жуковым когда-то выступали, тоже играл немножко у Мамонова, он отвел меня на концерт тоже. Я прямо плакала, на концерте сидела. Ощущение от Мамонова было какое? Что? Кто он? И я так, ну, когда ты задаешь вопрос, что это личность? Вот для меня Мамонов это что? Прекраснейший актер, прекраснейший поэт. У него очень сильная, хорошая поэзия. Ты согласна с личность, тем, и работает его личность. Ты согласна с тем, что некоторые, да некоторые, большинство журналистов считают, что это, Брайан Нуна сказал, что это русская народная галлюцинация. Мамонов. Он его можно поймать. Когда ты слушаешь Мамонова, его можно понять. То есть понять это поймать. И обхватить. Либо он не как-то не объять. Вот. Великие явления нельзя обхватить ремнем. Это написано в эпических стихах. Великое явление иногда является мохнатым, крупным, и его нельзя обвязать ремнем. Либо беззубым и лысым. Да, как Мамонов? В общем, короче говоря, обхватить нельзя. Что с ним можно сделать? И аршином не измерить тоже. А что делать? Ну просто смотреть, наблюдать за творчеством время от времени. Вот мне кажется. Ощущения, которые я, допустим, испытываю, там, Гребичко, да, какие-то информационные вещи, там, Брыкина, Башлачева, это информация. Ощущения, которые испытывают Мамонова, они абсолютно другие. Вот. Ты можешь определить одним словом ощущение, которое ты испытываешь, ну не одним хотя бы, мне просто хочется понять, вот может быть кто-нибудь скажет, что такое Мамонов? Ну он через собственную личность действует, то есть он сам внутри себя соединяет какие-то силы и их творчески как-то выражает, обозначает. Да. Это все-таки его работа. Это не работа Господа Бога, это его работа. Господь Бог может давать человеку толчки какие-то в разные места. Талант. А человек должен замечать эти толчки и как-то гармонично с ними двигаться вместе. Вот он танцует прекрасно, Мамонов. Он как-то толчки свои соизмеряет с какими-то силами хорошими. Спасибо. Я так.